Трамвайщица ЖК «Бествей» Ксения Витютнева и ее супруг Максим из города Петропавловск-Камчатский справили новоселье в просторной четырехкомнатной квартире. До переезда в новое жилье молодая семья несколько раз меняла съемные квартиры. В то же время их знакомые благополучно воспользовались выгодными условиями жилищной программы «Бествей». Они порекомендовали нам, они нам все объяснили, рассказали, как у них было в их ситуации. Мы понаблюдали за ними полгода. Дождались, пока они именно получат квартиру, и уже начали сами действовать быстренько. Общая площадь новой квартиры Ксении и Максима – 77 квадратных метров. Дом расположен в благоустроенном районе города с хорошо развитой инфраструктурой. У нас было ощущение, что все, вот оно так и должно было случиться. На этом мы не хотим, конечно, останавливаться. Недвижимость, она всегда нужна. Скоро дети, и им тоже нужно будет куда-то. Не успеешь оглянуться, вырастут. Очередная счастливая жилищная история на сей раз из города Сосновоборск. Это молодой, динамично развивающийся населенный пункт в Красноярском крае. Хозяйка недавно приобретенной однокомнатной квартиры Нина Николаевна Ощепкова принимает дорогих гостей – сына Егора и пятилетнего внука Матвея. За чаепитием они делятся впечатлениями о том, как давняя мечта семьи наконец стала реальностью. Благодаря жилищной программе «Бествей» Егор Ощепков приобрел квартиру для своей матери и перевез родного человека из другого города. Теперь они соседи, больше их не разделяет расстояние. Мне хотелось, чтобы мама жила рядом. Старенькая у нас, ей 84 года, и мы ее любим сильно. С братом мы сделали легкий косметический ремонт. Она уже обустроилась на свой вкус. Скоро поменяем и мебель. Живу я со своей семьей в соседнем доме. 2 минуты, и я у мамы. Заботливый сын получил возможность чаще навещать Нину Николаевну, оказывать помощь в домашнем хозяйстве. Общая площадь квартиры 36 квадратных метров. Имеется просторная лоджия, жилье находится в высотном доме, отлично благоустроена территория двора. Мне очень нравится это место и вообще дома такие. Двор большой, там у меня была квартира в деревянном доме и уже ветхая такая. Спасибо этому кооперативу, спасибо, что он есть. Егор Ощепков – убежденный сторонник идеи кооперации. Он принял решение о покупке через ЖК «Бествей» второго объекта недвижимости теперь для улучшения жилищных условий своей семьи. Также Егор активно продвигает деятельность кооператива на региональном уровне. Мы готовы помогать нуждающимся людям, консультировать, делиться опытом, просчитывать различные варианты, приемлемые для каждого отдельного человека, для каждой семьи. В Республике Киргизия набирает обороты деятельность жилищного кооператива «Бествей Элет». На сегодняшний день в этой стране уже приобретено около 50 объектов недвижимости. В числе новоселов – жители Бишкека, Бакытбек Балатбеков и его супруга. Они переехали в двухкомнатную квартиру общей площадью 42 квадратных метра. Новое жилье находится в 3-м микрорайоне города. Это один из лучших районов столицы с отлично развитой инфраструктурой. В ближайшее время молодая семья ждет пополнения. Мы с супругой очень рады, очень счастливы, что вот таким выгодным условием приобрели квартиру. Мы сами будем жить. Жена сейчас находится на 5-м месяце беременности, и эта жилплощадь как раз для нас будет достаточно. Бакытбек – профессиональный юрист. Узнав о работе «Бествей Элет» в Киргизии, его сразу заинтересовали выгодные условия покупки недвижимости. Однако, прежде чем вступить в жилищный кооператив, он досконально изучил все аспекты его деятельности. Я около 3 месяца проверял эту организацию, всю документацию. И в конце пришел к выводу, что здесь все законно, все гарантированно. Так как все сделки проходят через государственных регистрационных органах, советую всем не бояться вступить в кооператив и приобретать недвижимость. Гульдана Касенова, сотрудница холдинга Life is Good из города Алматы, Республики Казахстан. За короткое время, благодаря программе «Бествей», она трижды смогла решить жилищный вопрос. Одна квартира была куплена в столице Казахстана Нур-Султане, а еще два объекта в Алматы. Так как я являюсь самобухгалтером,
Естественно, я посчитала в первую очередь и, конечно же, сравнила все проценты, переплату и поняла, что это на сегодняшний день самая выгодная программа. И я с большой радостью делюсь со всеми своими знакомыми, со всеми своими друзьями, рассказываю, показываю личный кабинет, показываю прозрачность нашей работы. Особая гордость Гульданы – просторная видовая двухкомнатная квартира в центре Алматы. Ее общая площадь более 80 квадратных метров. Очень близко находится парковая зона, где можно погулять, заняться спортом, вечером прогуляться, подышать свежим воздухом. И отличный, просто шикарный вид на горы. Очень люблю Алмату, и эта квартира, она просто мечта. Желаю каждому жить в своей квартире. Далее Самара. Один из топ-лидеров холдинга, директор Радик Ахмеддинов, с декабря 2014 года строит бизнес вместе с Life is Good. Являясь отцом троих детей, он сам воспользовался программой ЖК Best Way для покупки сразу нескольких квартир. Я приобретаю 4 объекта недвижимости всем своим детям. У меня дети уже обеспечены с квартирами. Племяннику я тоже покупаю. Эту квартиру я купил для своего среднего сына Руслана. Он в ней уже проживает. И ему очень нравится, потому что здесь хороший район и очень близко до учебы. Общая площадь квартиры 40 квадратных метров. Она расположена в новом многоквартирном доме в престижном районе Самары. В пешей доступности набережная реки Волги. Руслан Ахмеддинов, как и его отец, также занимается продвижением продуктов холдинга Life is Good, в том числе жилищной программы Best Way. Я сам являюсь сотрудником первого пока что карьерного уровня. У меня круг общения – это в основном друзья-студенты, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Хочу передать слова благодарности основателю компании Life is Good Роману Василенко. Ведь благодаря ему мы можем приобрести квартиру на очень выгодных условиях. Также большое спасибо хочу сказать отцу. Изучив все, пройдя этот путь до директора, узнав подробно о компании, сомнений нет никаких. ЖК Best Way – это самый надежный и самый выгодный способ приобретения недвижимости на сегодняшний день. Я считаю, для любого родителя очень важно дать своим детям путевку в жизнь. И еще один репортаж из Самары. Благодаря ЖК Best Way пайщица кооператива Елена Усатая, ее супруг Андрей и двое детей справили новоселье в просторной квартире. За чаепитием они принимают в гостях своего родственника. Именно он рассказал семье о социально ориентированном способе улучшения жилищных условий через кооперацию. С 90-го года я занимаюсь недвижимостью. Когда я узнал про эту программу, изучил ее с 18-го года сначала, я начал продвигать эту программу. Она очень необходима для людей, выгодна, люди очень благодарны за эту программу. С удовольствием приходят, мы объясняем и даем возможность им получить очень прекрасное жилье. Общая площадь квартиры 70 квадратных метров. Расположена она в новом кирпичном доме. Благоустроена придомовая территория. Район с развитой инфраструктурой находится в непосредственной близости от исторической части города. Мы переселенцы из Казахстана. И такой очень главный вопрос для нашей семьи стал – это приобретение жилья. Мой родственник Максимчан Михаил Петрович предложил нам вступить в жилищный кооператив Best Way для приобретения жилья. Мы выбрали квартиру. Светлую, просторную, большую. Теперь мы просто счастливы. Мы живем в нашей собственной квартире от ЖК Best Way.